был? Ватрушка не понравилась? Где? Не вот это. Не хочешь? Вот на это? Ну, пойдем, да, на это. Давай. Не надо крутиться, она сама будет крутиться. Держись крепче. А ты держись крепче, да. Ручонками-то. Наверное, так, неудобно, давай, да? Давай, я сейчас страхую. А тут, мне кажется, неудобно держаться-то, они какие-то. Ну вот, да? Давай ноги поднимай, раз ножонку, ногой, раз поднимайся. Надо закрепиться до этого еще? Нет, давай. Ну, ты его придерживай хотя бы как-то. Кого придерживать? Ну, подстрахуй хотя бы. Так. Мне кажется, неудобно вот эти вот пластик-то, он же скользкий. Даже. Давай. Они именно для этого вот эта вот штука. Я хочу. А потом. Ты в Сормовском парке, как здорово ты там все сделал. Не боялся. Ну там, правда, сеткой загорожено все. Так. Выше. А еще выше. А что страховать-то? Выше. Давай, страхуй. Страховать бесполезно. Вот. Вот он, детский сад-то. Взрослые те же дети. Вот так, да. Ну по этой легко сидеть. А вот по этой и помните? Тоже легко. А вот по этой. А этой будет сложнее. Ну давай, пойдем. Ну попробуй, попробуй. Так. Привет! Давай. Вот сюда, правильно. Дима, привет. Ой, чего она качается? Так, теперь сюда ногу. Да, чтобы сложнее было, вот и качается. Так, а что ты хочешь? А перенес надо было. Раритет. Все поржавело, все скрипит. Это как из фильма «Кин-дза-дза». Да, точно. У них тоже там что-то такое скрипело. Да ты что? Работало это, да? О, ну все, тут уже все поржавело. Так там машинки вон работали, сейчас уже нет ничего. Никаких аттракционов здесь. Да. Все в упадке. В Градце сделали хороший парк, кстати, для детей. Да? Надо вообще в Градец подбираться. И вот такое тоже все здесь. Надписи. Здесь был Вова. Но не тот Вова тут был. Поэтому все тут и в таком упадке. А вот ракета.
И это парк Заволжье. Я сказал, садясь в ракету. Ну, дедушка, это что-то вообще. Ну, смотри. Я садясь в ракету. Я лечу. Ура, сбыло. Так, что ли? Это огонь. Это огонь с пепел. Да, это как будто огонь. А ракета ввысь поднимается. Но эта ракета уже никуда не полетит. В парке да. Нашли гриб. Подосиновик? Ну, красный. Ага. Подосиновик, наклони-ка его. Да, его не надо рвать, он нет, зачем нам? Наклони в ту сторону чуть-чуть, ножку. Ну, вон ага. Ножка серая. А где? Так, а вроде подберезовик, она пестрая. Он вылез, это а подберезовик. Можно есть? Так есть, вот можно. И береза растет, но подберезовик. Подосиновик это. Подосиновик. Ну. Подосиновик большой. Его... Ну, я не знаю, это подберезовик. Белая ножка с черными точками. Так. В парке да. Нашли гриб. Подосиновик? Ну, красный. Ага. Подосиновик, наклони-ка его. Да, его не надо рвать, он нет, зачем нам? Наклони в ту сторону чуть-чуть, ножку. Ну, вон ага. Ножка серая. А где? Так, а вроде подберезовик, она пестрая. Он вылез, это а подосиновик можно есть? Так вот и береза растет, но подберезовик. Подосиновик это. Подосиновик. Ну. Ну, я не знаю, это подберезовик. Белая ножка с черными точками. Так. Ну-ка. Так ты зачем его сорвал? Так это какой-то гриб, просто он с дерева, наверное. Переверни его. Ну, это что за гриб-то? Не знаю. Так это просто на дереве, наверное, нет, этот вот. Он на земле рос. Ну, брось его, зачем его вообще сорвали, я не знаю. А это подберезовик, там ножка белая с черными точечками. Ну, а у подосиновика какая ножка? Она, да, не, она просто белая. Такая, да. Вот, ну, интернет спорить круто. Бесполезно. А сколько зелени здесь. Все деревья такие уже высокие выросли. Даже забор весь зарос, и забора не видно. В парке здесь не только грибы, но еще и земляника расцвела. Ой, какие цветочки. Здесь вот земляника. Земляничная поляна. Солнце, свет. Личная поляна. Что вы там за дикие крики? Мы далеко от бабы оторвались. Молодцы, а мы вам на перерез. На перерез. И вот мы вас поймали, можно сказать. Понятно? Минина? Да. Речной вокзал. Речной ты вокзал? Хотела на речной вокзал, мы тогда не попали на речной вокзал, перекрыто было, да? Прокатишься? Ну вот прокатимся посмотрим. На этом пароходике, посмотрим на берега 12-го. На моря, на моря, океаны. Да, моря, океаны. На поверхность воды. На поверхность воды. А потом давай. В кафешку съездим. В самурай этот, да? Роллы есть опять. Да. Ну, да. Что, ты устал, что ли? Нет. Не устал, а чё ж лежишь? Ну, просто отдохнуть моей бы хочется. Дедушка, спрашивай. Дедушка тебя загонял, что ли? Да. Вот это дедушка. Вот он сидит, загонял внука, что он уже свалился и лежит. Тебе.
шляпу на глаза надвинул. Подними чуть-чуть шляпу-то. Не надо. А то и дороги. Я и так привидение полное пипец. Ты привидение? Да, я и так привидение полное пипец. Пипец. Что за разговоры? Что за пипец? Еще такие слова не надо говорить. Меня зовут полный пипец. Привидение. Да? Дедушка! Саньки попутали. Меня загонял. Ну, я себя обогнал, видишь, как я вот свой пацан обогнать. Любой. А вот слабо бегает, бегает любой пацан. Так что я его везде бегаю. Посмотри, как я бегаю. Плохо бегаю. Вот так. Внимание. Мам. Все, побежал. Детство кончится когда-то. Бегаю.